Форд? Я такой Форд первый раз вижу, нифига себе. Парад. Конкретный. Форд GT. Это тоже Форд GT. Но это старая, а тот новее. Это Форд Мустанг. 5-литровый. Салон такой интересный. И это Форд тоже. Так, а это что у нас? Суперспорт. Шевролет. Такие машины. Это тоже Шевролет. Движочек покрашенный, чистенький. Кузнегас. Даже не знаю, как называется этот Шевролет новый. Вот Порше есть старенькая. Это тоже походу Шевролет. Да. Шевролет. Но это же новый Порше. Тоже Шевролет. Парад. Место. Выезжают ребята. Сейчас они все потом будут выезжать по очереди. Покажем вам на дороге движение этих машин. Вау. Но места очень мало. Что за машина? Без опознавательных знаков. Классненькая такая, да? Наша, мичиганская. 33-го года. Года. Ничего себе. Еще немного будет. Это Форд, наверное, Юр. 100 лет. Ну, знаю. Да, это Форд. Это первые Форды. Штат Мичиган – это штат автомобильной индустрии. Ну а Детройт был назван автомобильной столицей Америки. Изобретение первого автомобиля, конечно, мы оставим за немцами. Но первый экземпляр, построенный в сентябре 1908 года на заводе в Детройте в штате Мичиган Генри Фордом, был первым в мире автомобилем, выпускавшимся миллионными сериями. Бесспорно, Генри Форд посадил Америку на колеса. S-350 RS.
нас круиз проходит один раз. Вот сюда съезжаются люди со всей Америки. Где-то 1,5 миллиона людей и... Около 40 тысяч автомобилей. Около 40 тысяч автомобилей. Это происходит один раз в год в августе месяце. Сегодня мы вам постараемся показать несколько машин, как здесь все происходит. Оставайтесь с нами, будет интересно. Друзья, сегодня мы приглашаем вас вместе с нами на автокруиз в Детройте. Наслаждайтесь, смотрите на интересные автомобили, на интересные модели, которые мы еще помним с нашего детства, с первых американских фильмов. Съездят на всех машинах американского производства, начиная даже меньше, чем 50-е годы и до сегодняшнего времени. Здесь в основном очень старые машины, где-то 50-е, 60-е годы. Очень красиво, все хорошо сделаны, потому что люди за ними ухаживают. Содержание таких машин очень дорогое. Здесь идет специальная страховка, а также возможность выезжать вот только на несколько дней. И перевозят в специальных траках, закрытых, чтобы не поцарапали нигде, ничего. Этот круиз приносит району метро Детройт около 50 миллионов в год. Сюда, в штат Мичиган, приезжают со всех штатов Америки, чтобы принять участие в круизе автомобилей. Эта машина 57 года выпуска, и он платит $1000 в месяц страховки за этот автомобиль. Но использует он только полгода эту машину, а остальные полгода он стоит дороже. Что это, Кадиллак? Старый. Такой салон раньше был. Места много. Это тоже Кадиллак. Люмач, это Крайслер. Шоу, конечно, грандиозное. 1,5 миллиона людей приезжают сюда. Гостиницы бронируют за полгода. И найти место в гостинице в эти дни очень-очень тяжело. Если мы предпочитаем японские машины, то американцы очень чтят историю и любят только свой автомобиль. Покупают только американские. Машины, конечно, в идеальном состоянии. Они весь день стоят с тряпочками и вытирают их. Также тысячи зрителей выстраиваются вдоль улицы Вудвард-авеню, чтобы посмотреть на передвижение старинных автомобилей. Вудвард-авеню, на котором проходит этот круиз, имеет свое обозначение – трасса номер один. На этой трассе устраивали соревнования Гран-при Формулы-1 с 1982 по 1988 год.
Потом эстафету американского этапа Формулы-1 приняла трасса в Финиксе, штата Аризона. Выставляют палатки, продают футболки, сувениры с названием улицы, круиза. Организовывают концерты местных рок-музыкантов. В всей улице расставлены биотуалеты. В разных местах проводят разные развлекательные программы. На прицепе поехала. На протяжении 30 лет люди курсируют на своих старых американских автомобилях по Вудвард-авеню. Пока еще мало старых машин, вперемешку ездят. Сюда выезжают, конечно, с интересными моделями, а вот посмотрите, какая машинка, лодочка. Такое передвижение старых автомобилей по Вудварде мы можем видеть целый месяц, потому что если в августе у нас круиз, то в сентябре шоу старых автомобилей американских. Так что ждем новое видео. Ну а вам, друзья, нравятся старые автомобили американские? Или вы также предпочитаете экономные японские? Напишите нам. Друзья, мира, любви и всего самого-самого лучшего. Интересных путешествий, хороших друзей, а также семейного благополучия. Пока-пока, до новой встречи!